Здравствуйте, я Морозов Рамеш, мне 27 лет. Представляю бойцовский клуб «Ахиллес». Я из города Старорусы, Новгородской области. Я тренер бойцовского клуба «Ахиллес». Тренирую молодежь, готовлю чемпионов, сам вместе с ними тренируюсь. Также я начальник охраны ночного клуба. Кроме спорта я ничем больше не занимаюсь. По любителям. Я чемпион области по кикбоксингу в Новгородской области, чемпион Новгородской области по тайскому боксу, чемпион Новгородской области по ММА, чемпион Новгородской области по грэпплингу. Что я там еще выигрывал? Я чемпион Питера по боевому самбо, чемпион России по кой-карате. Вроде бы все. Конечно, да, я еще профессиональный боец ММА. У меня рекорд 2 победы, 1 поражение. И надеюсь, на этом не все. Чисто случайно знакомый спортсмен мне рассказал то, что можно подраться по профессионалам. Я начал узнавать, он мне рассказал о этой организации, мне стало интересно. И на MFC 003 я уже подрался, там выиграл. Выступил на MFC 005, тоже выиграл. И вот теперь собираюсь подраться опять на MFC 007 уже за титул чемпиона. Но я собираюсь все так же тренироваться, выигрывать, выступать по любителям, по профессионалам. Я надеюсь, я выступлю в какой-нибудь сильной организации, точнее, я уверен, что я выступлю в этой организации, как M1 Global, Fight Nights, ICA. Скоро вы меня увидите на больших экранах. Я надеюсь, в скором времени подерусь в UFC с Конором Макгрегором. Он уже будет старенький, я ему там леща дам, он сложится по-быстрому. Конечно, побед, и чтобы все было без травм, для нас это главное. А остальное все за Богом и за нами, конечно.